подарок. Сейчас. Подарок осмотрительная мысль от потерявшей нас старухи мир чешет полощами крыс от людогноя свое брюхо. Мир смотрит через грибонерв в наш дикий мицеллярный табор. Вселенная выходит в тамбур, где даст ей сигарету серв. Он прозаичен в наготе, патологически удобен, но знаешь, в целом он свободен, найдут в своей орде. Писк крыс, что музыка эсфер. Он лабиринтностью изранен, гуляет древний город Гамельн в разрывно, простите, в свободно разрывной траве. Блаженно, видевшие улыбку на устах повешенного, пора собираться в путь. Но мешает прибитое поло вещи. Бардак, блудняк, нищета, болото, инцест, букву, где завуируют выбравших ночь агентность. Но если дедовским долотом соскоблить мозгов по золоту, открывается вечность, в которой можно плавать, выбрав позицию эмбриона или любую иную в зависимости от сноровки, и как альтернатива в роли безумного шампальона на тела жильцов кинотеатра расшифровывать невидимые татуировки. Пусто. Разорены гнезда радужно-крылых птиц. Ажиотированные пассажиры обсуждают предстоящий Вудсток в скором поезде, движущемся в направлении в Аушвиц.